день, дамы и господа. Вторник, 5 января 2021 год. Это мой первый видеоролик в 2021 году. То есть видеоролик обзор. Как я обещал, тогда еще 31 декабря, сегодняшнее видео посвящаю челябинским трамваям. Но сначала коротко о спорте. Вчера магнитогорский «Металлург» выиграл у московского «Спартака» со счетом 4-3. Челябинский «Трактор» уже завтра сыграет дома против «Спартака». «Спартак», конечно, будет, можно сказать, сердитый. Но после поражения от магнитогорского «Металлурга». А сегодня хоккеисты Сочи примут финский «Йокерит». И плюс хоккеисты «Автомобилиста» из Екатеринбурга сыграют в Москве против ЦСКА на ледовой арене ЦСКА. Дальше. Теперь о челябинском трамвае. Первый трамвай вышел 5 января, ну, на свой первый маршрут. В 70-х годах. Вот этот трамвай сейчас пробежал, прошел КТМ-5, М3. Они появились в конце 80-х. Но сначала, ну, больше, чаще всего можно было встретить сочлененные вагоны. То есть не как гармошка, а за одним вагоном, то есть к одному вагону прицеплен другой вагон. Все вот эти трамваи, ну, двух вагонов, еще можно было видеть в 90-х годах, вплоть до 2000-х годов. В 2009-2010 уже чаще всего можно было видеть одновагонные трамваи, как сейчас. А в далеком 2001, 2002, в 2000 году еще можно было встретить двухвагонные трамваи. Ну, например, 3-й маршрут, 17-й маршрут, 16-й, 15-й маршрут, ну, и так далее. Шли годы, менялись маршруты. Время от времени исчезли маршруты. 1, 2, 4, 13. Но, правда, есть один 13-й маршрут. Чистопольская Першина. Но уходит в апреле, когда родительский день. И с наступлением 2021 года появился новый маршрут — Чистопольская ЧМК. И теперь он связывает Ленинский район с Металлургическим. А именно, он охватывает Тракторозаводский район, Калининский и Курчатовский район. Конечный маршрут — Металлургический, остановка ЧМК. Вот он едет, именинник, 18-й маршрут. Днем рождения. Ну, потому что у трамваев это как бы годовщина. Ну, это как бы называют, ну, мы пассажиры называем их день рождения. Дорогие мои подписчики, я к вам обращаюсь, ну, с такой просьбой. Напишите, пожалуйста, в комментарии, ну, допустим, если вы живете, допустим, город Екатеринбург, Пермь, потом Саратов, сейчас скажу, Ярославль, Набережные Челны, Казань, еще какой-нибудь город. Напишите, в каком году и в какого числа в вашем городе ваш трамвай пошел на свой первый маршрут. Ну, если у вас есть даже чисто троллейбусы, пожалуйста, напишите, ну, в каком году и какого числа троллейбус в вашем городе пошел на первый сам свой маршрут.
Я не прощаюсь ненадолго. Увидимся. Я обращаюсь к Андрею Твиду. Андрей, я сейчас веду видеоролик, посвященный нашим челябинским трамваям. Пиши, пожалуйста, в комментарии, в каком году и какой числа у вас в Екатеринбурге начали ходить Татра Т3 и Татра Т6 трамваи. В 90-х годах, как я помню, большинство ходило трамваев КТМ-5, М3. Вот 71-619, 71-623, ну, постепенно поначали появляться. Ну, 71-619, он, как я помню, появился в середине 90-х годов. То есть 97-й, 98-й год. Приблизительно так. А вот 71-623, он появился в начале 2000-х годов. Вот такая история моя небольшая.